вами Даша. Сегодня я снимаю про киндеры. Сегодня какой три киндера? Вот три киндера. Давай откроем вот этот. Посмотрим, коллекционная ли это игрушка или нет. Да, это коллекционная оранжевая капсула. Вау, это садовник. Только вкладыш, что вот все коллекция, коллекция, вот наш садовник. Сейчас я этот садовник сниму. Волосы. Это у него такая желтая кепочка. Сейчас соберу, покажу. Вот. Потом он здесь держит лейку. Сейчас вот это соберу. А здесь вот его он поливает вот это вот заросли вот эти. Вот. Сейчас я ставлю лейку. Вот, он поливает вот эти вот цветочки. Красивый. Так, следующий открою. Это не коллекционная игрушка. Ой, это пойти. Это телевизор. На котором можно рисовать. Вот. Это коллекция. Вот телевизор наш. Он оранжевый. Вот он. И здесь... здесь слоник такой. У него есть хобот. Он жесткий, поэтому можно рисовать на вот этой вот штуке. Сейчас покажу. Надо ее повернуть. Вот здесь черную штучку, чтобы она зарисовалась. Смотрите, я уже чуть пальцем сделала, вот, вот рисуется, вот. Теперь мы это сотрем, тоже получим черную штуку, смотрите, и все стирается. Вот все. И ставим сюда. Такой классный слоник. Дальше и третий мой киндер. Вот, посмотрим, коллекционная ли это игрушка или нет. Так, и это коллекционная игрушка. И это у нас попался на вязание. Вот здесь есть красный и зеленый цвет. И у него в руку стреляется светофор. Сейчас все-таки надо красить. Вот вся коллекция.
Вот наш милиционер. Сейчас посмотрим, как собирается. Так, сейчас я выберу, какой мне клеить. Наверное, красный. Вот такой. А здесь, наверное, вот это у меня оказывается, что я клею зеленый. Осталось только держит полицейский. Вот такие у меня сегодня пальцы игрушки. Всем пока, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Пока!